Владимир Владимирович, жители города Саратова вынуждены обратиться к вам, потому что местные власти нас не слышат. Вот уже третий год на улицах нашего города администрация нещадно вырубает деревья. Город превращают в пустыню. Системное озеленение в городе фактически не проводится, а все высушенные саженцы погибают из-за отсутствия ухода. Много деревьев город потерял из-за ремонта дорог и тротуаров. Дерево или совсем уничтожается, или ему подрубают корни, так что оно потом погибает. Все обращения в прокуратуру и мэрию не приносят результатов. Жители бегут из города, потому что жить в нем становится невыносимо. Летом температура воздуха достигает в городе 38 градусов, а без деревьев асфальт и дома накаляется даже до 50. Дошло до того, что жители Саратова закрывают с собой здоровые деревья, договоренные на спине. Наш вопрос в том, как повлиять на администрацию города, чтобы прекратился этот беспредел, эта нещадная вырубка деревьев. Услышьте нас, пожалуйста.